Здравствуйте. Мы идем по улицам городов со своими заботами и делами, радостями и бедами, в будни и праздники. Мы граждане советской страны, 100 национальностей и народностей. Нас 270 миллионов. Характеров, биографий, стремлений, надежд. У каждого своих. Наверное, мы не замечаем, как похожи друг на друга, как объединяет нас время, в котором живем. Вот наше прошлое и наше будущее. Незримые нити прочно связывают нас в одну семью. Кто мы? Откуда есть? Почему такие? Не каждый день человек задает себе эти вопросы. Ответ ищет всю жизнь. Сначала о земле. Колыбель наших народов, она сохранила свои неповторимые черты, свой пейзаж, свой уют. Опыт и мудрость. Из поколения в поколение передаются они, как и традиции народного быта, национальной культуры, как все, что предки наши создали своим трудом, что сохранено для нас временем. Древние храмы Армении, горные селения Грузии, средневековые купола Бухары, даже хлеб каждый народ выпекает по-своему. Так в Узбекистане.
Средняя полоса России. Здесь складывалось русское государство. Земля, дорога, дом, наш двор, город, страна – все имеет свое прошлое. Старинные русские города Ярославль, Новгород, Владимир, Ростов-Великий запечатлели события русской истории в своем облике. Своих предков и героев, боровшихся за национальную независимость и единство, создателей государства и строителей городов. Зодчие и мастера построили город на Неве, Петербург. Основанный в 18 веке Петром I, он был столицей России. Сегодня имя его – Ленинград, город Ленина. Здесь в 1917 году произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Это была революция всех народов тогдашней России. Она создала новое единство, единство советских людей. Пятнадцать братских республик образовали наш союз, основанный на самостоятельности и единстве. Киев – столица Украины. Ташкент – столица Узбекистана. Облик столиц союзных республик отражает сегодняшний день и исторический опыт, национальный колорит. Таллин – столица одной из прибалтийских республик – Эстонии. Столица Грузии – Тбилиси. Главный город страны. Динамичная и многоликая, Москва олицетворяет сегодня многие черты характера страны. Город древней культуры, центр России, столица первого в мире социалистического государства. Москва –
начало дорог во все концы страны. Необъятная страна. Земли Европы и Азии. Моря трех океанов. Горы Саян и Кавказа. Непостижимо огромная Сибирь. Отсюда на восток и на запад до границ СССР почти 6000 километров. Борис Афанасьевич Киселев, лесничий Толькинского лесничества Тюменской области. Здесь я лесничим работаю более 10 лет. Приехал в этот край, и очень мне здесь понравилось. Леса наши очень богатые, очень много пушных зверей. Медведь, лось, соболь, ондатра, выдра, росомаха. Рыбы здесь у нас очень и очень много. Карась до 3 килограмм или там щуки до 10 килограмм. У нас еще, кроме этих всех рыб, нельм, муксуна, осетра, водятся очень огромные таймени, до 30-40 килограмм. Наше лесничество составляет более 5 миллионов гектар. И на территории нашего Толькинского лесничества находится центр нашей необъятной родины. Вот этот знак установлен в 1983 году. И мы гордимся тем, что от нашей, от этой самой точки центра расходятся во все концы пути необъятной нашей родины. Север испытывает человека на прочность. Грузили, выезжали. И грузили машины на 13-е. Материалы поняли. Сначала сюда везли, потом обратно. Отсюда, с Тюменского севера, из районов Сургута, Уренгоя и Ямбурга, нефть и газ поступают в европейскую часть страны и за рубеж. Через арктические моря Северного Ледовитого океана доставляют сюда десятки тысяч тонн грузов для работы. А сам Север, что же он так и останется грозным и пустынным? Нет, люди приезжают сюда не только осваивать природные богатства. Они остаются здесь жить. Развивается необъятная Сибирь. Растут города, обживается земля. Байкало-Амурская магистраль.
Она позволила освоить невиданные до сих пор месторождения. На одном только Канско-Ачинском комплексе будет добываться до 1 000 000 000 тонн угля в год. Тоннами угля и руды, которые мы добываем, мы видим современные станки, машины, приборы. Но время заставляет смотреть дальше. Сегодня страна переживает этап значительных перемен. Стратегия ускорения требует новых подходов, принципиально новых решений не только в экономике, но и в социальной жизни. Еще недавно мы думали, богатство природы неисчерпаемы. Сегодня ясно. Разум и дальновидность должны определять наши отношения с природой. Важно предвидеть, что останется после нас. Вот почему мы отказались от проекта переброски северных рек. Вот почему нас так тревожит судьба Байкала, уникального озера, вместившего 1/5 часть пресной воды земного шара. Вся великая наша страна, но и свой город, деревня, река, на берегу которой я чувствовал. Вот она, красота. Едина природа, живая и неживая, нерукотворная и созданная человеком по законам красоты. И открывается в народном творчестве прекрасный сказочный мир, и становится человек счастливее, в согласии с природой, в мире друг с другом. Но мир и покой не всегда были на нашей земле. ...433 села сожжено вместе с жителями в Белоруссии. Хатынь.
памятник сожженной деревни. Вторая мировая война принесла нам неисчислимые бедствия. Более 20 миллионов жизней унесла она. Разрушила сотни городов, тысячи деревень. Мы сегодня ощущаем ее испепеляющее дыхание. Советский Союз – страна больших городов. До революции у нас было 2 миллиона города. Сегодня их уже более 20. Один из них – древняя столица Узбекистана – Ташкент. Мы строим все больше. Построено еще более 1000 новых городов. Каким быть новому городу? Многое из прошлого уходит безвозвратно, но многое достойно будущего. Не теряют ли старые города своего неповторимого сложившегося облика? Красота, скажут, заповедь древних строителей. Но не только красота побуждает нас оберегать и реставрировать памятники. И далеко на юге, в Самарканде, и в горной Армении, и в Ярославле, городе на Волге. Ведь народ, не сберегающий своей памяти о прошлом, не может осмыслить будущего. И сегодня мы стремимся сохранить и архитектурное своеобразие памятников, и традиции народного ремесла, и древние колокольные звоны. Истоки. Вот начало Волги, величайшей реки Европы. Великие имена: Пушкин и Толстой, Достоевский и Чехов, Наваи и Шевченко, Шота Руставели и Чурлёнис. Истоки национальных культур – наше всеобщее достояние.
источник, к которому мы приникаем в наш сложный век. Говорим на 130 языках, пишем на 6 алфавитах. Мы едины, и мы разные. Человек рождается, чтобы жить счастливо на своей земле, быть искренним в радости и не терять себя в суете. В голосах прошлого мы слышим созвучную нашему времени тревогу за урожай и мир, традиции добра, красоты и труда, и несем их в будущее. Неразрывен процесс человеческого созидания. Хорошо стоит.